Что же скрывает Милана Хаметова? Это ложь. Ты целовалась с мальчиком? Дома, не смейся так. Да-да. Какие оценки на самом деле она получает в школе? Но я больше боюсь получить от мамы. Слушает ли она мои песни? Ну да. Ну да или да. Ответы на все эти вопросы мы раскроем прямо сейчас, в этом видео. Не забудь поставить лайк и подписаться. Является ли Дава твоим отцом? Всем здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я являюсь специалистом по психофизиологическому исследованию с использованием полиграфа. Перед началом основного тестирования мы сделаем тест на разные имена, в том числе там будет присутствовать имя Милана. На все имена им необходимо сказать будет «нет», для того, чтобы я посмотрел на ее реакцию и настроил прибор к работе. Ты нервничаешь? Ну, немножко. Тебя зовут Сусана? Нет. Мария? Нет. Фатима? Нет. Милана? Нет. Анжела? Нет. Так, и как же тебя зовут на самом деле? Сусанна. Ты же у нас честная, Милан? Конечно. Ну ты же никогда не врешь? Нет. Ну что, нет, ну конечно же вопросы будут не такие. У нас будут жесткие вопросы. Мы подготовили целый список, который мы будем сейчас задавать Милане. У Миланы есть отличное предложение, ну на которое я не очень хочу соглашаться, но... А можно я его скажу? Давай. Когда на этом ролике наберется 150 тысяч лайков, мы снимаем такое же видео, где Дава будет отвечать на каверзные вопросы под детектором лжи. Ну, вот поэтому я не особо хотел говорить про это предложение, но ладно. Раз уж она пошла на это, значит и я пойду. Давайте так, набираем под этим видосом 150 тысяч лайков, и детектор лжи пройду я. Ну, а вопросы мы выберем в комментариях из тех, которые вы напишете. Мне кажется, норм. Да? Прекрасно. Ладно, давайте, короче, затягивать не будем. Мне уже не терпится узнать правду. Сейчас подготовил список вопросов, которые я буду задавать. Ну что, let's go. Крала ли ты деньги? Нет. Это правда? Не, у меня хорошее воспитание, да. Слушай, а у тебя были когда-нибудь вообще такие мысли? Ну, короче, достать деньги, стырить? Были мысли, да. Побоялась? А что хотела еще стырить? Бывает такое, что знаешь, когда заходишь в магазин? В магазине хотела стырить. Да. Когда в Новосибирске жила, у нас был магазин «Ярче». Я хотела, там была такая шоколадка, которую я так хотела. Я такая, можешь взять? А потом такая, блин, ну нет, ну не могу я. И не стырила ее? Нет. Хотелось, да? Следующий ролик, который мы будем снимать 24 часа, крадем продукты из магазина. Осуществляем мечту Миланы. Ну что, Милана? Пока что правда. Пока что правда, пока что начали хорошо, неплохо, молодец. Скрывала ли ты плохие оценки? Да. Абсолютно правда. В смысле правда? Какие оценки ты скрывала ну, плохие? Ну, когда я первый раз получила двойку, мама об этом узнала только через 3 недели. Когда она, ну, просто решила заполнить мне дневник, потому что я уже заснула, она посмотрела, у меня там 2 стоит. Она не знала. Много ли ты скрываешь плохих оценок? Нет. Ну, сейчас уже нет, потому что электронный дневник, и мама все видит. Она каждый день туда заходит. Сейчас уже не скрыть, да? Сейчас уже не скрыть, да. А ты вот переживаешь, когда тебе плохую оценку ставят? Да, очень. Но я больше боюсь получить от мамы. Она даже боится ответить. Что-то не то скажет потом. А какие, по каким предметам тебе вот тяжело прям? Английский плохо. Не, ну это ладно, на английский я тоже как бы там don't speak English normal. А какие еще? По-русскому иногда плохо. Как это у тебя в смысле? Ладно, английский язык, а с русским-то что? По-испанскому плохо. У тебя чисто с языками, да, проблема? То есть, ну, лингвистическое направление не твое? Нет. Ну что, Милана, ты готова к следующему вопросу? Да. Дружила ли ты с кем-то из-за выгоды? Нет. Я бы сказал, что больше ложь, чем правда. Серьезно? Скорее всего, может быть, на самом деле и не дружила, но какие-то мысли у тебя были. Какие мысли у тебя были, Милана? С кем ты хотела из-за выгоды подружиться? Я вспоминаю. Мысли были об этом? Я не помню, серьезно, я прям клянусь, не помню. А вот сейчас не врет? Клянусь тебе, зуб даю. Нет, у нее, возможно, просто в голове что-то проскочило. Ну хорошо, ладно, правда. Следующий вопрос. Есть ли у тебя друзья или знакомые, с которыми ты не хотела бы общаться? Да.
это правда. Не, на самом деле я сейчас сижу, думаю, да, я перебираю всех своих друзей. Я просто сказала «да». Я просто перебрала всех друзей, поняла, что не хочу с ними общаться, и как бы, ну, сразу сказала. Нет, я имею в виду, что я еще сидела, перебирала, и я не нашла друзей, с которыми я не хотела дружить, я просто так сказала «да». Ну, то есть вот всех, кого ты вспоминала, наверняка есть тот, с кем ты бы не хотела общаться, дружить. Не хотела, блин. Орут. Дава, например. Дава? Почему хотела? Ты что? Сейчас, я просто думаю. Ну, короче, ты не хочешь говорить. Нет, я не хочу, я не знаю, правда. Вот. А тебе нравятся вообще все друзья, которые у тебя есть? Ну да. Кто твоя лучшая подруга? Лучшая подруга Оксана из Новосибирска. Мы с ней 6, почти 7 лет дружим. Ты готова к следующему вопросу? Да. Тебе нравятся твои одноклассники? Да. Это правда? Ну, как бы, реакции никакой как таковой нет. Ну, у меня на самом деле, у меня хорошие одноклассники. Все одноклассники Миланы. Чтобы вы вот сейчас смотрите этот видос, и чтобы вы понимали, на детекторе лжи человек сказал правду, говорит, что вы все ей нравитесь, и она вас любит. Так что цените это, между прочим. Как-то вот искренне, видите, как? Есть, которые на уроках иногда бесят. Ну, девочки, Лена, Диана знают, про кого я. Любишь ли ты свою собачку? Да. Да, конечно, любит. У нее сразу эмоции какие пошли насчет своей любимой собачки. Такая сразу, да. Да. А что за ней не убираешься? Лень. Какая порода? Чихуахуа. Так с ней можно не гулять, она маленькая. А вот я лучше бы гуляла, чем дома убирала. А ты гуляешь с ней? Нет, он маленький. Он холодный будет потом. Если такую сосиску замерзшую приносит. А ты часто с ним играешь? Да, я с ним. Я могу его на диван покидать. Ну да, я вот так вот его кидаю. Чисто трехочковый, знаешь, из соседней комнаты просто берет такая. Щу! Запускает. Нет, на самом деле, я когда ему вот так игрушку кидаю, он туда бежит, приносит ее обратно, чтобы я ему еще кинула. А он кусается же, да? Да, очень сильно. Какой-то бешеный в последнее время стал. Мы хотим его в поликлинику свозить. Мы хотим его усыпить. Да дома, ужас. Он стал очень агрессивный, и мы хотим его усыпить. Слушай, а почему он бешеный? А что, он прям просто так кусается? Ну, это, скорее всего, из-за кролика. Из-за кролика? При чем тут кролик? Он жрет говно кролика. Да, он думает, что это корм, потому что оно вот такое маленькое. Ты готова к следующему вопросу? Да. Уверена? Да. У него же прям сердечко у меня уже забилось вот так вот, как это он будет отвечать? Ну, ребят, не забываем, вот прям не забываем, 150 тысяч лайков под этим видосом, и все вопросы, которые будете вы задавать, я на них отвечу. Вот прям в комментариях, прям сейчас строчите их, напишите ваш вопрос и поставьте лайк, и все, и вот 150 тысяч набираем. Милан, ты будешь выбирать вопросы? Я буду и придумывать, и выбирать. Хорошо, следующий вопрос. Нравится ли тебе выступать? Да. Это правда нравится? А ты мечтала об этом? Ну, мне сначала было страшно, когда я об этом думала. Ну, когда я еще не выступала, но я об этом думала, что, типа, вот я буду выступать, мне было страшно. А сейчас переживаешь, когда выходишь? Ну, когда, типа, вот-вот до выхода, тогда да, а когда уже на сцене, то нет. А вот когда видишь вот так много человек, когда тысячи, да, то есть людей, вот ты мечтала об этом? Да, мне наоборот еще лучше становится, когда, вот так, когда больше людей, да. Я больше буду переживать, что там вообще не будет народу, чем если их будет. А ты переживаешь из-за этого? Ну, что мало народу будет? Да. Тогда следующий вопрос. Нравятся ли тебе твои песни? Да. Что-то ты сомневаешься. А что это мы сомневаемся? Я не знаю, особо не сомневаемся. Я не могу определить, какая песня мне не нравится. Положа руку на сердце, какая песня тебе не нравится? Ну, вот из тех, которые... Сейчас. «Красная помада». Ну, вот видишь. А почему не нравится? Не знаю, она какая-то... Такая себе, да? Ну да, что-то не очень. Ну, не нравится, не нравится, терпимая красавица. Да, мы не смейся так. Да-да. Как будто трактор заводится. Очень интересный вопрос, Милан. Ты точно готова ответить нам правду? Да. Тебе нравятся песни Давы? Да. Это ложь. В смысле не нравятся, Милана?
Ты нравится мне это? Да, я вижу, как тебе нравятся мои песни. Не все. Давай так, все или не все? Не все. Давай прямо сейчас откроем список песен моих и пройдемся по ним. Давай. 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 А вот давай. А вот давай. Ребят, а мне вот интересно, вот мне в комментариях, короче, напишите, какую вы песню мою слушаете. Ну и слушаете ли вы вообще. Ну а если слушаете, то какую песню? Вот какая нравится, а какая не нравится. Ребят, кстати, 28 февраля у меня выходит новый трек, так что поставьте обязательно уведомление. Ссылка на мой инстаграм внизу, все вы его знаете, заходите, там будет пост, снипет, кусочек нового трека. А 29-го, сразу после премьеры трека, выйдет еще и клип на ютубе, так что не пропустите. Но если лайков туда накидайте, буду вообще благодарен. Так, ну что? Да, почему нет, да. Да. Нравится? Да. Ну да. Ну или не нравится? Ну да или да. Не, я просто жду ответ, я думаю. Ну, короче, ладно, не буду тебя мучить. В общем, понятно, какие-то песни тебе нравятся мои, а какие-то нет. Да, но мне, знаешь, они не нравятся не так, что прям... ну, как бы, ну, обычно. Тогда вопрос, который меня попросили задать. Есть ли у тебя секреты от мамы? Нет. Это ложь. По-любому есть какие-то секреты. Получается, у тебя все-таки есть секреты от мамы? Да. Есть, получается? Есть. Ты же понимаешь, что лучше сказать сейчас? Нет. Потому что потом будет уже тяжело. Нет, нет, нет. Она выбит из тебя? Да не скажу я. Она же не просто так попросила меня задать эти вопросы. Ну, у всех же есть секреты, никто же не... Да, да, вот именно так ты ей скажешь, когда она будет тебя... Ну, да нет, на самом деле у нее мама хорошая, так что это мы, конечно, шутим. Ну, пусть тогда это останется на твоей совести, а вот маме мы твои передадим. Хорошо, передавайте. Она, кстати, знает, что у меня есть секрет от нее. Как-то раз она меня спросила, типа, ты что-то от меня скрываешь? Я говорю, ну да. Я говорю, а ты что-то от меня скрываешь? Я говорю, конечно. Ну все, ну как бы мы квиты. Милан, тогда следующий вопрос. У тебя есть секреты от меня? Да. Правда, что-то есть. Есть, да? Ну, если у меня от мамы есть секрет, то от тебя... Подожди, тогда, подожди, у меня другой тогда вопрос, хорошо. А ты меня любишь? Да. Ну, естественно, любит. Любовь же может быть разная. Ты моя сладкая, хорошая, она меня любит. Видите, ну вот, вот, вот так вот. Ты целовалась с мальчиком? Нет. Возможно, целовалась. Как это? Мне самой интереснее. Возможно, целовалась? Не, ну что-то у тебя в голове мелькнуло. Может быть, что-то вспомнила или еще что-то, не знаю. А что ты вспомнила? Она могла ничего не вспомнить. Человеческий мозг просто отреагировал на такую ситуацию, и все. Ну ладно, я верю тебе. Не, как будто куда? Когда? Да нет, нет, не целовалась. Важный вопрос. Является ли Дава твоим отцом? Является ли Дава твоим отцом? Да. Правда? Я знал! Я такой типа слезы мои, я знал! Ну что, в принципе, я задал все вопросы, которые у меня были. Ты на них ответила достойно. Вот прям. Молодец, хорошо. Ну, насчет секретов не обещаю. Там с мамой, конечно, поговоришь уже дома, что там, чем закончится. Ну и что, наберем 150 тысяч, как думаешь? Конечно. Ребят, пожалуйста, я очень хочу, чтобы на мое вот сюда, вот на мое место, сел Дава. Я не очень хочу туда садиться, поэтому... Поэтому давайте, пожалуйста, наберем 150 тысяч лайков, вам не сложно, а нам полезно. Ну что ж, мне кажется, видос получился офигенный. Спасибо, что отвечала, старалась сделать это, скажем так, честно. И большинство вопросов, оно было правдой, правильно? Ребят, так что вот за такие ответы, я считаю, нужно обязательно сейчас поставить под этим видосом лайк и, конечно же, подписаться на канал. Ну и подготовьте вопросы для меня. Как только набираем 150 тысяч лайков, сразу же делаем видос, где я буду отвечать на ваши вопросы. Все, всех люблю, обнимаю. Пока!